Друзья. Начинаем за более универсальные деки. Хантер. Хантер с флеерами, наверное, да? Вот видите, раскрыт секрет, почему так долго ждали оппонента. Неохота под собак, конечно, подставляться. С другой стороны, надо же побороть как-то. Мы не можем давать существ и ждать, пока уса нас отпорят. Семь по два? Семь по два. Мне нравятся эти малыши, карандаши, надо их как-то отдать, чтобы не налететь на конюка и собак. Пока там не очень много карт в руке. Агрессивненько. Как бы мне малыша ему отдать? Кстати, хорошая новость. Не нравится мне эти малыши, они могут меня подставить сейчас. Серьезная заявка. Что, собак что ли нету? О, без собак. Это хорошо. Давайте считать. Если мы сейчас сходим туда на 7, то получается следующий ход мы можем убить при условии, что у нас не перебьет собаками, да? А если мы разменяемся, то убивать мы будем на один ход дольше. Поэтому нужно надеяться на лучше, тем более нам нужен топ-дек сейчас. Да, вот это вот отличный топ-дек. У нас есть большие шансы убить его на следующий ход. Большие. Конечно, сейчас перебьет мне существ, то я не могу с руки нанести 4, только 3. И это плохо. Но еще и всех перебить надо как-то. Еще как-то. Да ладно, хватает что ли? Волк? Ну, 5 остается. Без волка не хватает. С волком бы хватало. Это было бы ржачно, да?
Я уже думал, что первый проиграю, потому что Хантер нас дерет. Бля, зря его друида, потому что он сейчас может свичнуться на шамана. Друид он против Роги, против Ханта получит. Но если он свичится на шамана, то нам пизда. Так, ну ладно. Давайте соберемся. Два один квинтес, я горжусь тобой, да. Молодчина. Чтобы проциклиться, нам нужно циклить руку. Такой рукой не навали много. Проциклились. Ага. Так, ну что, есть ли у тебя лягуха, дружок? Вот вопрос. Вот вопрос про лягуху. Мы сейчас можем налететь на лягуху, я этого опасаюсь, я лучше вот это раскручу. С одной стороны, мы не можем ждать против шамана, потому что он обложится говном своим тотемом и зафигачит нас, но опасно так выставляться. На тебе вот такого друга. И против шамана очень опасно выставлять друида в виде 4-4 рывка, потому что можно получить СПД и молнию за одну ману, теряя наш... Ну, как за две маны, теряя наше гигантское существующее атак. На него нужно сливать либо лягух, либо Black Knight. Кстати, про Black Knight желательно не забывать. Black Knight случается. Да, трекинг в конце — это сильно, конечно. Сильный оппонент. Две карты тратишь? Давай, я только рад. Знаете, что я думаю? Я думаю, если бы у него была лягуха, он бы не пошел на такие расходы. С другой стороны, мы не можем сейчас ставить Керна. Ладно, давай посмотрим, есть у тебя вторая молния. Одну ты показал, вероятность второй крайне невелика. А именно 6 на 26. 6 26-х. 6 26-х это небольшая вероятность, а ты ему тебе жрать. Просто кровь из носу надо. Сука, блядь. Такой пидорас. Ладно, показывай своих лягух. Да, антихантовый друид в войне сосет шамана, совершенно верно. Заебал. А есть ли у тебя вторая лягуха, друг? Если есть, то вынь да положь. Да иди ты нахуй. Просто такой мудак. Такой мудак. Нам нужно найти главную карту. Вы знаете какую? Нет, не такую. Не такую. Такая, которая...
конечно, Рагнарос тут очень нелеп. Но обдумать этот вариант нам стоит. Раз, два, три. Раз, два, шесть маны. Девять маны. Все-таки обложил всем тотемами, вот я старался изо всех сил не допустить ситуации, чтобы он обложился тотемами, но нет, он вывалил все 4 тотема, и это очень опасно. Вот какие там карты есть интересные. Интересные там есть карты, однако. Так, ушел две молнии, две лягухи и одна дубина. Но, с другой стороны, нас уже не особо интересуют лягухи, потому что у нас легендарные легендарки кончились. Раз, два, три, четыре. Есть о чем подумать, да? Хотя нет, кажется, нет. Нам по-любому надо возвращать. Прям по-любому надо возвращать. Так, ну лягух у тебя нет, есть ли у тебя какое-нибудь что-нибудь геймхантера подобное? Конечно, мы сейчас можем получить Алакира с дубиной или с тотемом. Там еще гномы есть. Какой странный шаман. С каким свистом он отсосал бы ханту? Боимся ли мы этой карты? Что может делать с ней? В общем-то, мы не очень боимся, она, собственно, Алакира убивает. Поэтому мы не будем тратить наших существ и драгоценных. Вот эта карта, я так понимаю, нам не пригодится. А, ой. Хе-хе-хе. Вот это нельзя выставлять, потому что он... Ну, во-первых, он умрет сразу, хоть и потом мы и добьем этого. Во-вторых, там есть карта, против которой нам пригодится. Да, немножко неловко у нас по картам, нам бы сейчас что-нибудь на дро топ-декнуть, на ведро. Слушай, ну в руке такой лежит, интересно. Бинфьюри всякие.
Да вот, значит, ебанутый. Какая-нибудь агродека бы уже расколупала. И Miracle Rogue уже расколупал его. Лакир. Лакир — это плохо. Лакир — это плохо. Хо-хо. Black Knight — это хорошо. Продолжаем чистить стол. Рагнарос — убийца мелких зверенышей. Казалось бы, нет хуже карты против шамана, чем Рагнарос. Однако, смотрите, коллегухи ушли, и Рагнарос, ух! Супер стенка. Всем стенкам стенки. Ну давай в стенку, раз уж ты по существам стреляешь, давай. Нет, в голову пора. Ну ладно. Нет-нет-нет, он даже тотем на СПД не поставил. Там что, Элема там что ли в руке держит? Зачем он так сыграл? А, второстенка. Дать им размах. Нет, в раз. Тоже хорошо. Нужен размах прям. Вот размах, и мы победим. Тоже интересно. Так, ну что, я не помру сейчас, если он там супер баф, у него 6 атака. Нужен 1 как набафать. Нет. Не помру. Рагнарос. 1 к 3. Давай. Давай, Рагнарос, давай! Давай, давай! Давай, рули! Блять! Рагнарос! Сегодня в казино, значит, не пойдем. Завтра пойдем в казино. Новое мясо. Все никак вот. Такой ебанутый билд. Как он вообще играет турниры с этим шаманом? Он должен отсасывать вообще всем, кому только можно отсасывать. Так, у нас снова 1 к 3 получается, да? Нет, даже лучше у нас получается. Даже лучше. У нас 1 к 2. Рагнарос, вторая попытка. И давай, 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 Рагнарос, эх! А, еще рано. Да что ж такое-то? Что происходит, ребята? Почему ТТ на СПД не ставит перед этим? Каков его план? Боже, как этот еблан играет, он же тогда на СПД не поставил. Такой дятел. Возьми уже две карты. Рагнарос, ну давай. Какая же по счету попытка? Пора уже, пора. Пора, брат, пора. Ха! С третьей попытки. В биатлон пойдешь, Рагнарос. Вот Бьёрн Даллин закончил карьеру, Рагнарос начнет.